Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой скромный канал. Те, кто смотрят мои стримы, были в курсе, что я готовлю данный видос. Если вы не подписаны на стримы мои, то ссылка появится в описании. Эмик Лайф. Там проходят фактически ежедневные стримы. Там мы разговариваем на разные темы. Именно там вы можете узнать будущие мои видосы, что я планирую делать, куда пойти, где играть. Либо если вас интересуют какие-то конкретные вопросы, касающиеся того или иного сервера. Поэтому добро пожаловать. Ну что ж, а сегодня мы поговорим о альянсах на сервере Евро PvP или вообще в целом 1200. Попрыгав на разных серваках, я увидел, что ни в Кетре, ни в Евро, ни в Интернале нету альянсов. Я не знаю, откуда появилась эта болячка, но она преследует уже многие серваки. Почему так? Мне как бы и понятно, и в то же время у меня шок. Давайте пройдемся о недостатках и плюсах альянсов. Сразу скажу, ребята, мне нужна ваша активность, потому что я перед этим написал админу, и он дал официальный ответ, что все в наших руках. С его стороны не проблема включить альянсы, лишь бы КЛы или люди, играющие, были согласны. Что вы по этому поводу думаете, пишите в комментариях. Чем больше лайков, чем больше комментариев, тем больше привлечет внимание, и, возможно, лед тронется, и мы получим рабочие альянсы на сервере Евро PvP. Согласитесь, было круто. Ну что ж, поехали. Первое, это пройдемся по недостаткам. Я их так в голове накрутил себе только два. И то, один — это полноценный недостаток, из-за которого все боятся просто включать альянсы. А второй — это притянутый мною за уши. Итак, самое страшное, то, чего боится админ, это то, что один альянс поглотит весь сервер. Но история на данном сервере говорит об обратном. 3 года здесь играя, а это довольно большой срок, даже уже 4, можно сказать, мы наблюдали, что либо резы, либо стилы. Третьего не дано. Только 2 клана с переменным успехом умудряются забирать эпик. И все, и ничего не меняется. В защиту еще скажу альянсов, что всегда победитель будет один. Всегда победитель один. Как ни крути, хоть он в клане, хоть с альянсом, хоть без альянса, победитель всегда один. Поэтому бояться того, что один альянс задушит всех, это абсурд. Лично мое мнение. Помните, в принципе, когда стилы 2 года забирали эпик и весь сервер устал? Я вам сейчас покажу на экране. Когда весь сервер противостоял клану Steelwheel. Я тогда был у стилов, и это были феноменальные бои. Это было чрезвычайно крутые, жесткие, сложные, обалденные драйвовые бои. Это то, что сложно забыть. Это действительно было круто. Действительно, клан Steelwheel достиг тогда такого уровня и такого успеха, что весь сервер просто задолбался и начал бить один клан, чтобы смести его с пьедестала. Я к чему клоню? Что, будучи один альянс, да, если даже такое произойдет, что один альянс захватит весь сервер и будет все забирать, то долго ли он продержится? История знает только клан стилов, да, наверное, и отрезы, да, периодически, но больше клан стилов, когда они, с моего личного наблюдения, опять же, я разговариваю о стилах, у стилов будет бомбить, но с моего личного наблюдения, что у стилов вырастало до 6 паков, когда резы не приходили драться, но стилы приходили регулярно в 6, там 4 паков, 5 паков, и они регулярно забирали эпик. Но это тоже не длилось долго, то есть рано или поздно это заканчивается. На деле все остальные кланы, ну какой смысл стоять на пустом эпике, если нет варов? То есть естественный процесс даст сам себе ход. Люди начнут выходить, менять клан, менять альянс, там будут какие-то терки, разборки. Это все как происходит на нормальных полноценных серваках. Будут какие-то кланы переходить к варам. Все это должно быть. Это как драки, которые ежедневно происходят, да, на сервере в том или ином месте. Поэтому бояться, что один клан задавит весь сервер, как минимум абсурдно. Лично мое мнение в защиту этого аргумента. Свое мнение, еще раз повторюсь, пишите в описании. Второе, то, что я притянул за уши, это альянсы будут хуже, чем 69. Так это или не так, решайте сами, пишите в комментариях. Теперь пройдемся по плюсам.
Плюсов оказалось гораздо больше. Я не понимаю, просто сесть даже на пальцах пересчитать, реально взвесив недостатки и плюсы, вы поймете, что альянсы надо было вообще не убирать, а не, или включать их вообще просто в срочном порядке. Итак, первый плюс – это возможность расширить набор. Есть небольшие кланы, и они не хотят переходить с Дискорда в ТС, они не хотят выходить из своих кланов, они не хотят, к примеру, сидеть там в ТС-ах других кланов, они не хотят вообще никаких делать движений, они хотят быть в своем клане, но они хотят фармить эпик. И единственный способ – это альянсы. Приходить на эпик в два клана разных – это неудобно, потому что авера дебафуют, ппшки дебафуют, вэлы станят. То есть можно бегать на подсосе, но это крайне неудобно, согласитесь. В альянсе это было бы намного комфортнее, тем более сама система придумана, и она вообще никогда в жизни на нормальных серваках не вызывала никаких проблем. Лично мое мнение. То есть с первым пунктом разобрались. Второе, это по сути, что альянсы убивают 69. Лично мое мнение. Вы можете быть не согласны. Ваше мнение я прочитаю в комментариях. То есть альянсы минимизируют. Я не говорю, что убьют полностью. Такие как Буба будут всегда бегать на подсосе, будут всегда там брошенные одни. Но остальные кланы кому-то примкнут. И это круто. И это поменяет ход всего. Даже если взять еще с плюсов, это общие вары. То есть, к примеру, когда вы находитесь в альянсе, у вас будут вары, но в вашем клане не будет онлайна, вы сможете попросить помощи у альянса, и уже будете драться альянсами. Это расширяет границы, вы сможете драться уже большими пачками с разными людьми, и у вас не будет как ежедневная самотоха, как будто вы приходите на работу, да, со своим кланом, одни и те же люди. Будут немножко новые люди, новые кланы, и вы будете перенимать какой-то опыт с других кланов, на других классах. Это огромный плюс. Итак, четвертое. На четвертом пункте я хочу сделать огромный акцент. Так как я, будучи 3 года в стилах, вышел и зашел в маленький скромный клан и ощутил все прелести, все плюсы и недостатки. Именно здесь меня затронула тема альянсов. Именно здесь меня максимально эта тема интересует. И я сейчас объясню почему. На днях я зашел в ТС и уже присутствовал в нынешнем разговоре. В клане у нас в Ревале решалось, что делать дальше на сервере. У нас есть ребята, которые вкинули в игру немалые деньги, по 30 тысяч, кто-то даже побольше. Но при этом результата они не получили. Они вкинули деньги, чтобы бегать, фаниться и кайфовать, а фана нету и кайфовать нечего. Почему? Да потому что на сервере только резы, только стилы. А если ты не хочешь идти к резам или стилам, то идти тебе некуда. И фаниться ты конкретно не можешь. И из-за того, что нету альянсов, маленькие кланы просто загибаются. Целыми днями ты вынужден развлекать себя как хочешь. Мы с ребятами сошлись на том, что мы можем развлекать себя только сами. К примеру, попробуйте стилам сказать, пошлите подеремся. Через буквально, если вы их там сможете вытянуть, сагрессировать, да, достать как-то. Если вы их сможете уговорить, то набежит туда сразу 3-4 пака, и ваш один или два пака роли не сыграет. Вы будете сыпаться и слышать в свою сторону, что вы нубы. То есть это не приносит кайфа, а результаты. Так же самое вот с резами можно договориться. Но опять же, надо ловить этот онлайн. Когда будут альянсы, эти кланы смогут куда-то примыкать. И будут уже войны на уровне альянсов. Потому что слишком много сейчас маленьких кланов, которые не вступают. Годами не вступают ни к резам, ни к стилам. И это надо учитывать. То есть альянсы дали бы жизнь этим маленьким кланам. Потому что сейчас ребята стоят на грани того, что фаниться негде, ни с кем, ни против кого. Резы молодцы, ходят фаниться везде, но вот те же стилы, они заходят на эпик и выходят, и все, их нигде никак никогда не видно. А маленьким кланам абсолютно это неудобно. Это прям вообще лютый зашквар. Но это надо попробовать, это надо увидеть, ощутить. То есть даже на Дина вы нормальную драку не всегда найдете, потому что
там Буба бегает и 50, и вот вино. То есть, подытожив четвертый пункт, маленьким кланам будет чем заняться. Они смогут без потерь примыкать к тем или иным альянсам, получать на эпике фан и ежедневно с кем-то сражаться. То есть они остаются в своих кланах, они остаются в своих ТС-ах, дискордах и будут кайфовать именно от альянса боев. То есть сервер разделится, ну, я предполагаю, на две части. Резы и стилы, да, допустим, к примеру. Или было бы идеально, если появился третий альянс, сборный вот этих маленьких кланов, которые противостояли бы уже и резам, и стилам. Моя маленькая фантазия, но если она реализуется, это было бы круто, я бы там участвовал, это был бы кайф. Пятый плюс очень важный. Это то, что бои будут зрелищнее, больше людей будет вовлечено в замесы. Вдумайтесь, сейчас бегают в рамках только кланов. Но при этом очень много маленьких кланов во время эпика стоят на Дина, стоят в арке, скучают, не знают, чем себя занять, занимаются какой-то фигней. Но когда появятся альянсы, все эти ребята примкнут к каким-то кланам. То есть они будут задействованы, им не будет когда скучать. Они будут вовлечены в эпик. И это будет круто. И уже будут драки не 4 пачки на 4 пачки, а 5-7 пачек. Вы представляете, что это будут за замесы? Я бы такое с радостью монтировал. Это была бы лютая война. Это был бы лютый кайф. Даже сейчас это больше бы реализовало тех же луков, тех же каких-то танков, ВЛов, там разные классы, может гладов, это было бы реально круто. То есть вы берете в альянс какой-то клан, не навязывая ему кто и чем играть, к примеру, ну и они будут делать свое дело. Есть много достойных маленьких кланов, которые знают и могут хорошо играть и очень круто одеты. И если их привлечь, то я не представляю, что это будет за мясо, но эпики будут абсолютно другими. Согласитесь, там будет намного интереснее это смотреть. Будет больше вовлечения в сервер, будет больше людей кайфовать от процесса. Это вообще неоспоримый факт, только по этой причине нужно максимально быстро включать альянсы. Это, представляете, какой кайф. То есть те, кто стоят, трепаются, что они трушные, что они что-то могут, что они там пачки раскидывают, в одну пати ломают 4 пака, они могут показать на деле, что, как, где, алиресы. Ну блин, это вообще круто. Я как начинаю об этом думать, я представляю эти замесы, это прям трындец. Мне эта вся движуха просто в кадр не поместится. Это будет огромный плюс даже серверу. Если такие ролики монтировать, люди будут видеть, что там ни черта себе онлайн, и будут заходить и играть. Я не знаю, я помню те времена, когда мы бегали в альянсах, когда, к примеру, ты бегаешь, тебя где-то слили, ты пишешь в альянсе, есть кто, помогите, и набегало столько народу, и мы дрались тупо сутки напролет. Это был кайф. И пусть как не сокланы, так альянс, формировались пачки, то есть не с твоими сокланами, а с альянса с ребятами. И вы уже неимоверно часами кайфовали и дрались. Это действительно крутяк. Поэтому, админ, пожалуйста, задумайся, эта штука жизненно необходима. Все эти проблемы, о которых ты говоришь, они решатся самим своим путем. Нет вообще той проблемы. Она может возникнуть рано или поздно из-за падения онлайна, либо там каких-то ссор. Но она будет на время, ничто не длится вечно, как я уже и говорил. Шестое, это возможность ребалансить количество людей на эпиках. То есть это больше как бы два в одном. То есть скорее всего появятся какие-то кланы, которые будут как наемники, да, которые смогут вступать в тот или иной альянс и помогать на определенных эпиках. И это тоже делает нужными маленькие кланы. Согласитесь, это будет круто. Седьмое, это с плюсов, что я придумал, это, к примеру, если эти же маленькие кланы не захотят примкнуть ни к резам, ни к стилам, то самый идеальный вариант — организовать один альянс. И именно этим альянсом собирать туда на эпик всех ребят, все вот эти маленькие кланы, да, которые ни в резы не пошли, ни в стилы. Потому что на сегодня ситуация такая, что те, кто выходят с резов и стилов и не хотят туда идти, им делать больше нечего, как просто быть в каких-то маленьких кланах. И много ребят, одетых, скилловых, там, жаждущих. Это я уже на эпиках насиделся, мне уже это все
не слишком интересно, я уже нажаждился, да? Но у меня в клане есть ребята, которые хотели бы фармить эпик, которые хотели бы там участвовать в этих боях, но они не могут, потому что они не хотят идти ни в резы, ни в стилы. Третий бы какой-то альянс дал бы просто неимоверную кучу драйва, как в старые добрые времена, когда была Дубрава, резы и стилы, когда на бае мы дрались до момента, пока у нас не спадет баф. И потом еще пару часов дрались. Это было неимоверно круто. Когда мы по два раза залетали на Баюма, на Антараса, чтобы реально его зафармить. С альянсами это будет все возможно. Поэтому огромный-огромный плюс. Восьмое. Я, как любитель играть на луке, я очень сильно недоволен осадами на сервере EuroPvP. Я уже не раз говорил, что идеально было проводить разные замки в разное время. Это было бы круто. Из-за того, что сегодня одновременно происходит осада, к примеру, Адена и Годдарда, резы стоят у себя, стилы стоят у себя. И никто никому не ходит, и на осаде ты просто в 2 часа теряешь времени, и кайфа ты не получаешь от этой осады вообще. Я вспоминаю былые времена на нормальных серваках. Мы там бегали, мы воевали, такие зарубы были на осаде. Именно на осадах очень круто реализовываются луки. Именно на осадах нужны были танки. И это было действительно круто. С предложением еще админу, сделай ворота сильными, чтобы нужно было вызывать дополнительных каких-то юнитов там для разрушения ворот, чтобы как-то возвращать старые механики, потому что, ну, кайфа, если честно, не очень. Чтобы были гномы, они вызывали, разбивали, это было бы интересно. Мое личное мнение. На осадах будет достаточно людей, чтобы стоять, дефить свой замок, а альянсом пойти попробовать поломать у соседа замок или как-то насолить ему, или попробовать захватить соседский замок. То есть это было бы офигенно, потому что на сегодняшний день осада — это одно из самых унылых процессов, как и динодрочь, с которой действительно надо бороться, лично мое мнение. Именно альянсы помогли этому, потому что людей много, много скилловых, одетых, я повторяюсь, но много людей, которые готовы бегать на осадах, они и бегают, но только без кланов, без ничего, и просто так бегают, делают ветер. То есть это был бы плюс даже для осад. Девятый. Помощь альянсов в PvP, на эпиках, в фане или выполнении каких-то задач. То, с чем я столкнулся, когда я попал в ревалью, да в принципе эти проблемы были и в стилах. Стилы заходят только исключительно вечером, исключительно на фан, да, на эпики. Вытянуть стилов среди белого дня, пойти пофаниться куда-то в кетру варку, это был целый процесс. Другое дело резы. Я прям, когда вышел стилов, я резов увидел совсем с другой стороны. Они ходят на быка, они ходят на лову эпиков, они фанятся везде. И вот, когда ты в маленьком клане, и ты прыгаешь на какого-то мини-босса, да, а в твоем клане просто нет людей. И единственное, что пришло бы сейчас на помощь, это альянс. То есть в альянсе наверняка кто-то будет в онлайне. Именно альянс придет и поможет. Вы сможете сформировать пачку и надрать кому-то зад. Это разве не огромный плюс? Да вообще столько жизни будет на сервере, если появятся альянсы. Я не представляю. Просто сев, взвесив это админ сам, я даже не знаю, о чем здесь надо думать. Так, а теперь вернемся к тому, что я написал админу перед тем, как монтировать данный видос, и от него получил официальный ответ. Честно говоря, я не удивлен от того, что он мне ответил. Сейчас немного прилетит админу, потому что, ну, прям вы сами все поймете. Кто не глупый, тот поймет. Ребята, то, что я ему написал, вы видите сейчас на экране. Но его ответ, ну прям вообще лютый зашквар. Ну честное слово. Что касается нового сервера, лично моя идея, можно было бы там экспериментировать. Добавлять туда какие-то идеи, апать какие-то классы. И ничего страшного, что вы там запаете какой-то класс, и он будет имбовым. И 3 месяца или там 6 месяцев пробегают с имбовым каким-то персонажем. Но если какая-то идея выстрелит, какой-то баланс там сработает, и он людям понравится, вы сможете это перенести на старый сервер. А то, что будет имбой, вы сможете вернуть на круги своя. Это ли не крутая идея? По поводу того, что на новом сервере будет огромный дисбаланс из-за альянсов, я не совсем, я частично согласен, да.
Там просто из-за того, что приходят стримеры, из-за того, что там набегают людей на бабки, вполне возможно, что там будет жесткий дисбаланс. Но старый сервер, если вы со мной согласны, поддержите, давно ждет Альянс. И он там жизненно необходим, чтобы разнообразить и украсить, и дать вторую жизнь серверу. Это маленькая, кажется, вещь, да, которую админ может сделать в один клик. Может изменить сервер навсегда. Бои будут просто феноменальны. Так вот, когда я написал админу по поводу того, чтобы вернуть Альянсы, он ответил, что если Кейлы не будут против на Олде, то он без проблем вернет Альянс. И вот этот ответ меня, если честно, он меня размазал просто. Именно такой вот мое мнение к админу именно сегодня сделано таким образом из-за вот таких вот ответов. То есть ты админ, ты держишь этот сервер, но ты отвечаешь, если Кейлы будут не против. Что ты предлагаешь на деле? Мне каждому Кейлу писать: здравствуйте, я такой-то, такой-то, не могли бы вы мне сказать свое мнение? Как вы считаете, стоит ли вернуть альянсы? Мне этим заниматься? Я не понимаю. Это лишь говорит о том, что админу фиолетово, что происходит на Олде. Его абсолютно это не касается. То есть, хотите, я вам сделаю. Не хотите, сидите, короче. На сегодняшний день два топовых клана — это покер, да, там, и Лепесин. Мне писать Лепесину, типа, алло, здравствуй, как ты считаешь, давай вернем альянсы? И если один из них, к примеру, откажется из-за своих каких-то личных убеждений, к примеру, ему это сейчас невыгодно, он поймет, что он потом будет проигрывать, а второй будет за, что тогда? Я лично считаю, что должны проходить какие-то опросы, голосования, открываться какие-то темы по улучшению сервера, чего не хватает, что вам нужно. Ничего этого на сервере нет. Админ, я тебя прошу, хотя бы введи какие-то опросы. На любых серваках, на которых админы парятся, они на стартовой странице делают опрос. Хотите вы это, введем? Будет ли вот это? Хотели бы вы вот это? Ну, к примеру, там, в некоторых сайтах линейки, где админы рукасты, где они парятся насчет своего контента, своего сервера, они проводят опросы. Нужны ли вам альянсы? Хотите поднять опыт? Какую локацию хотели бы завести, короче? Нужны ли вам какие-то мобы с других локаций? Где вы предпочитаете играть там? Ну вот такие моменты. Проводятся опросы, собирается статистика. У вас же есть телеграм-канал, у вас есть форум. Ну, я бы, честно говоря, форум бы вообще не брал в расчет. Там такие полоумные сидят, что прям у меня от них закипает. Такую дичь пишут. Телеграм-канал, есть у вас группа ВКонтакте. Проводить опросы на официальной странице. То есть зарегистрированных людей. И это было бы уже совсем по-другому. Именно так можно было бы скорректировать и дополнить сервер. Потому что на сегодняшний день это неполноценность. Вы порезали, просто убили половину сервера механики именно системы альянсов. Это вообще бред. Еще по скрипту хочу сказать, что касается Зарича. Зачем на PvP-сервере резать Зарич? На PvP-сервере, где 70% времени, если зайти с 9 утра, там с 10, ты не знаешь, чем себя занять, кем бы ты ни был, резом, стилом, там, в маленьких каких-то кланах. Единственный человек, которому одному не скучно, это Буба. Он бы и спал бы с этими тиранозаврами. Он за ЛС, короче, продаст и задницу свою. Но на деле скучно и так. И когда выпадает возможность у кого-то побегать заречем, пофаниться, вы убиваете эту механику напрочь на PvP-сервере. А теперь давайте поподробнее. Смотрите, 90% времени, кто фармит ЛС на Дина, это Бубочка. И вы режете Зарич, чтобы он вообще не был на Дина. То есть вы автоматически помогаете Бубочке в холостую одному фармить ЛС и продавать их за реал. Я по-другому не могу объяснить это вообще никак. Я не нашел себе ни одного объяснения, зачем было резать Зарич на Дина. Вообще, зачем его трогать? Отпустить его, пусть бегает где хочет, пусть люди фанятся, пусть кайфуют, это PvP сервер. И то, что не могут его убить, это механика игры, созданная не вами. Я не понимаю просто, ну хоть убейте. Мое личное мнение, Заричу дать полную свободу. Свободу Заричу, хэштег. Ладно, шучу. Но, блин, то есть, как порезать альянсы, вмешаться в игровой процесс,
Окей. Как порезать заречь по нытью чьему-то, я не знаю, наверное, бубочки. Окей. Как человека кинули на шмотки? Нет. Это игровой процесс, воу-воу, мы сюда не лезем. Где логика? Разве не нужно найти эту границу и следовать ей и четко отдавать себе отчет по правилам? Вы же сами их написали. Вернувшись к тому ответу админ твоему, что если Кейлы будут согласны, что ты предлагаешь? Я же не буду их сам упрашивать, либо, я не знаю, мне свести тебя с ними. Может, сам как-то задаю вопросы. Поэтому я обращаюсь к Кейлам. Если вы не против, там, покер, лепесин, это откроет новые возможности. Дайте каким-то образом, каким-то макаром, пожалуйста, обратную связь админу, пусть ключит. Иначе сервер просто умирает, потому что с маленьких кланов люди уходят. Они донатят, а потом сидят, думают, на какой черт они это сделали. Админ, у меня лично в клане человек задонатил больше 30 тысяч на сервер, и он сейчас планирует уйти. Просто по той причине, что нету фана. Нечем заняться. А если бы у нас были вары альянсов, мы бы не скучали везде. Мы бы везде дрались. Просто. Единственный лашпед сервера, дно вонючее, просто позорное дно, это Бубочка, который больше всех трепается и отменил везде вары. Буба, если у тебя есть яйца, у тебя нет яиц, у тебя там лоханка, походу, заросшая. Прими, неудачник, вар. Фух, что-то меня разбомбило. Ну, в общем, что вы думаете по этому поводу? Лично, вкратце, мое мнение, пусть альянсы будут, это будет неимоверно круто. Ваше мнение оставайте в комментариях. Пожалуйста, не будьте безразличны. Если вы будете за, если мы насобираем много лайков, много комментариев, много аргументов, пожалуйста, не пишите да-да, нет-нет. Напишите конкретно. Было бы круто альянсы, потому что... Было плохо, не хочу альянсы, потому что... Чтобы админ видел. Потому что ему самому вести эту статистику, видимо, впадло ему. Или ему нет никакого дела, либо его устраивает то, что сейчас есть. Но если мы будем собирать активность, то админ сам сказал, что все в ваших руках. Ну а 10-й, ребята, оставляю я специально для вас. Сами придумайте, что на ваш взгляд может быть на 10-м месте. Все, всем спасибо за внимание. Огромное спасибо, что вы меня смотрите, ребята. Огромное спасибо за поддержку, за донаты. За лайки. Не забывайте подписываться на стрим-канал Emic Life. Всем удачи. Всем пока. Ждите новых видосов. Strong ass feels good.